Глава Государственного управления здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил, что властям очень сложно сдерживать распространение коронавируса среди населения, так как человек может быть заразен во время инкубационного периода. Инкубационный период опасного заболевания может длиться от 1 до 14 дней. Человек при этом уже заражен и является распространителем, но никаких признаков заболевания у него может не наблюдаться. Об этом сообщает независимый регион со ссылкой на РБК Украина. Ма Сяовэй говорит, что данная особенность 2019 НКОВИ серьезно усложняет усилия властей, принимаемые для сдерживания опасного заболевания. Также глава ведомства подчеркнул, что вирус еще недостаточно изучен, поэтому о нем довольно мало информации. Также сейчас не ясно, какие риски может представлять мутация 2019 НКОВИ. Медикам известно о том, что на начальной стадии болезнь может протекать без лихорадки, насморка или кашля. Некоторые заболевшие чувствовали общую слабость, стеснение в грудной клетке, тошноту и головную боль. Напомним, смертельный коронавирус впервые был диагностирован в китайском городе Ухань. Этот город, как и некоторые другие, сейчас является изолированным. На сегодня стремительно увеличилось количество жертв и заразившихся лиц.